Вы знаете, у меня спрашивали, что такое интерактив. Я не знаю, но я знаю, когда много очень людей в зале сидят, и они чего-то вот такого хотят, а сами не понимают, чего, может быть, даже. Вот хочется чего-то такого, прям вот ух такого. Хочется? Прям ух. Давайте вот все вместе. Не знаю, вот, что сейчас произойдет. Давайте ухнем. Давайте. Ух! Так, давайте вот эту половину зала вот так. Ух! Очень хорошо. Так, теперь вот эту половину зала. Ух! Так, теперь вот там вот на балкончике. Ой. Там световики. Нет, на балкончике. Вот сзади тогда, вот сзади вот так. Готовы? Ух! Ну вот. Все карты.